Всем привет, ребятки! В предыдущей серии мы с Бузенькой попали в сказку. Да, нас затянула волшебная книжка. А потом злобный колобок перебросил нас в сказку про курочку Ляву. А я ненавижу кур. Так вам и надо. Так, Бузя, без паники. План такой: сейчас по-бырому ищем курочку Лябу и узнаем, как нам отсюда сматываться. Если они нас не сожрут. Да ты что, ну это ж просто курочки. Ко-ко-ко-ко-ко. Цыпа-цыпа. Девчонки, кто из вас тут курочка Ряба? Очень надо. Ряба, тут тебя ищут. Ку-ка-ку, Рябы нету дома. О, ее, петух. Это их главный. Кто меня ищет? Я тут. О, погляди-ка, Буся, и правда Ряба. Конечно, я Ряба. Курочка Ряба, как нам попасть домой? Мы тут по ошибке. Все очень просто. Надо высидеть. Высидеть яичко. Позор, стыд и срам. Кузя, ты представляешь, что будет, если кто-нибудь об этом узнает? Что мы яйцо высиживали? Ну да. Ну, а что там такого? Ну, я не люблю куриц, мне это неприятно. Так, а ну не дергайтесь. Слушай, Ряба, а почему ты сама не хочешь свое яйцо высиживать? Да я целый день на нем сидела. Мне надо червячков поискать. Вы же домой попасть хотите? Очень хотим. Ну вот и сидите, пока что-нибудь не вылупится. Ага, главное, чтобы это что-нибудь нас потом не слопало. Бузя, ты что, не пугай меня. Ребята, ставьте лайк, чтобы у свинок получилось. Да, друзья, поставьте лайк, а то без лайка вообще что-то туго. Друзья, у меня проблема. Второй час хожу по дому, не могу свинок найти. Либо они где-то спрятались и меня разыгрывают, либо сбежали. О, а это что такое? Не помню такую книжку. «Русские волшебные сказки». Аж интересно мне прям стало. Как тут взялась эта книжка и куда подевались мои свинки? Так, сейчас почитаем. С картинками, как положено. В целом, книжка как книжка, ничего. Так, стоп! Что это было? Я что, сплю? Куда это я попала, ребят? Какие-то колеса деревянные. Красное солнышко на стене висит. И не одно. Я что, в русскую народную сказку попала? Ребят, если вы в курсе, где я, пишите в комментиках. Ой, Бузя, кажись, уже вылупляете что-то. Да нет, это я пошевелилась. Яйцо как лежало, так и лежит. Вот блин. Ряба, а сколько нам тут еще сидеть? Нас там Вера уже обыскалась. Кухтарику, проходим в сарай, не задерживаем очередь. Прекрасно, они спать ложатся. А нам что делать? Хызы. Ребят, пазл у меня в голове начинает по чуть-чуть складываться. Мне кажется, что меня засосала книжка. И я типа в сказке. Вот только что это за персонаж, я не знаю. Сказку про соломенного бычка слышала, а вот про соломенных свиней что-то ни разу. Может, это знак, что мои свинки где-то рядом? В общем, надо тут походить, поспрашивать. Может, кто-нибудь мне и поможет. Вот, например, как этот столб волосатый. Эй, чудовище, ты кто вообще? Я Майдадыр. Майдадыр? Чё-то слабо похож. Майдадыр — это же вообще умывальник. Хотя, если присмотреться, то вот краник и раковина на месте. А нос и правда похож на кран. Ребята, вы смотрели мультик про Майдадыра? Ставьте лайк, кто смотрел. И мойте руки. Ребят, не удивляйтесь, что я ползком, просто это место кишит разными монстрами. Вот, например, полюбуйтесь. Что это за пиранья-переросток? Я не пиранья, я золотая рыбка. Ничего себе, золотая рыбка. А у нас тут экология плохая. Чего тебе, красавица? Кто у вас тут самый умный? Мне надо пару вопросов задать. Спроси у водяного. Ага, сейчас поищем. Я водяной, никто не водит. Это реально он, ребята! Водяной из старого мультика.
Вы такой, может, не помните, а я вот хорошо помню. Я водяной, я водяной. О, какая встреча! Я 100 лет тебя ждал, Вера. Да ну брось, я не такая старая. Познакомься с моей подружкой. Привет, лягушка-квакушка. И тебе привет, водяной. Слушай, как мне домой вернуться? И желательно со свинками. Ты, говорят, тут самый умный, самый древний, все знаешь. Поцелуй лягушку. Да ладно тебе, я же не из этой сказки. Или, может, я так как раз и вернусь домой? Это ж сказки, в них странные вещи происходят. А может, это Бузя заколдованная? Тогда точно надо целовать. Ну, была не была. Друзья, водяной меня обманул. Жабу зазря поцеловала. О, русалка, привет. Ты чё там сидишь? Лучше подпишись на наш канал. Да, ребят, вы тоже подпишитесь. А то я за этими всеми делишками забыла вам сказать. И обязательно звоните в колокольчик, чтобы ничего не пропустить. О, приветики! Избушка на пенечке. По идее, в такой должна быть Баба-Яга. А Баба-Яга всегда все знает. Эй, хозяйка, открывай! Нету дома. Походу, ушла в гости к Кощею Бессмертному. Избушка, избушка, а ты случайно не знаешь, где мои свинки? Свинки сидят на крыльце, на золотом яйце. Пока яйцо не разобьется, домой они не вернутся. Попадос, однако.